Специальные боксы Сюньча от президента страны получили рожденные 16 декабря и в Жанакурганском районе. В специальных коробках поздравительное письмо президента страны Касым-Жомарта Токаева, памятная монета к 30-летию независимости, свидетельство о рождении ребенка и предметы первой необходимости для младенцев. Балнур Базарбек в день 30-летия независимости родила сына. Назвали мальчика Касым-Жомартом. Маме вручили подарок от президента. А известный айтыскер акын Абелькаир Сыздыков преподнес малышу коляску. Всем өзгерінің ең бақытты кезеңде өмірге келдің. Саған бақытты әрі ұзақ ғұмыр тілеймін. Өмірің жақсылыққа толы болсын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Наш малыш появился на свет 16 декабря. В честь президента мы дали ему имя Касым-Жомарт. Пусть растет достойным сыном своего народа.